Прохождение Dragon Age, прохождение новых и крутых частей Assassin's Creed и многие другие игры ты сможешь найти на канале Каравая. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в прохождение новой и крутой карты. Это бесконечный генератор новых и крутых данжей. Это, если честно, нереально круто, но подробно все я пишу чуть позже. А перед этим, ребята, не забываем ставить лайки, потому что чем быстрее мы набьем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы сможем все набрать 2500 лайков за 2 часа, значит через 2 часа выйдет новая серия. Ребята, не ленитесь. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что вам нужно, это просто подписаться на мой канал, я буду этому очень сильно рад. Потратьте на меня 2 секунды, на лайк, на подписку. За это, ребята, я вам скажу большое спасибо и также выпущу новое видео как можно быстрее. Тянуть мы больше не будем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, приступаем. В чем заключается суть этой карты? Это генератор случайных данжей в Майнкрафте. То есть, вы можете заспавнить 20 данжей. Это генератор, ребята. Это бесконечная карта. Здесь вы можете тренировать свой скилл в Майнкрафте. Выживать и просто-напросто учиться, как правильно сражаться. Потому что у вас тут будут 20 случайных данжей. И они будут генерироваться каждый раз, когда вы нажмете на вот эту кнопочку. Главное убедиться, то, что у вас рендер-дистанция стоит на 32. Потому что если не так, то... данжи могут быть просто-напросто неправильно загенерированы, и вам нужно будет перекачивать карту. Кстати, карта есть уже в описании, ссылочка на карту. Заходите, качайте, и также, ребята, проходите данжи, как мы будем делать в этой серии. Нажимаем на кнопочку и... О, что сейчас начнется? Вот, ребята, прямо на наших глазах. На наших глазах данжи... генерируется. Как видите, в чат уже даже написало то, что 25%. Сейчас будет 50. Я надеюсь, то, что будет 50. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Или просто-просто напишите то, что 85, даже 50 пропустили. И сейчас будет 100. И 10 случайных комнат сдан. Да. 10 случайных комнат были загенерированы. Как вы видите, сейчас... Тут даже появился какой-то фиолетовый маячок. Поэтому, ребята, мы сейчас сразу же будем приступать. Можно уже рендерить дистанцию убрать на... Не то что на минимум, хотя бы на 16. И если мы нажмем сейчас на вот эту кнопочку, то, ребята, мы приступаем. А какая сложность? Ну, чтобы не быть прям нубом и чтобы не быть прям хардкорщиком, как обычно, нажимаем на нормальный уровень и топаем дальше. Ну что, ребята, ух, тут даже уровень Nightmare мод есть. Ну, это, наверное, после того, как мы пройдем все уровни, я так думаю. Поэтому, ребята, мы будем сейчас приступать. 20 комнат. После прохождения 20 комнат мы пройдем вот эту карту первый раз. Мы также сможем нажать еще раз на кнопочку и загенерировать еще 20 новых данжей. Ребята, вы готовы? Мы будем приступать. Что это за первый данж? Это какой-то грибной первый данж. И я, если честно, никого тут не вижу. А кого нам... О, зато я вижу сундучок. Это круто, то, что я никого не вижу, но зато я вижу сундучок. И сейчас мы, если честно, туда даже сразу и потопаем. И что у нас тут будет? Ух ты, сразу же в первом данже нам даже не пришлось использовать вот этот деревянный меч. У нас сразу же есть железный. И это, если честно, очень даже круто. Приступаем, ребята, к следующей комнате. Это была первая комната. Не скажу то, что... Ух ты, то, что она была очень сложной. А вот это, мне кажется, уже будет сложновато, потому что тут уже скелетон с зачаренным луком. Не стреляй. Не стреляй, скелетончик, я хороший. Вот видишь? Вот видишь, скелетончик, я вообще очень даже хороший. Хорошо, что я сразу сюда допрыгнул, потому что тут бы я вряд ли как-то смог забраться. Но все же, ребята, запрыгнули. Это был второй данж. Сейчас, ребята, это третий по счету данж. Что у нас тут есть? Знаете, то ли мне повезло, то ли не очень... Нет, не в этом случае, а в том, то, что первые три комнаты данжей нам попались какие-то мирные. То есть никого нормально не было, никаких боссов не было, твою мать, никаких мобов не было, а какие-то мирные зоны. Посмотрим, что у нас будет дальше, может дальше будет намного хуже. Дайте, вот, наконец-то, дайте я сюда допрыгну и просто-напросто не... Ух ты, это что за ледниковый период, что у нас тут такое? Ух ты, ни хрена себе, там уже алмазники есть. О, ледяной демон. Это кто? Фало. А вы как тут поживаете? Ты да? Молодцом, а ты? Развлекаешься? Тебе помочь? Чувак, тебе помочь, как у тебя делишки? Нормально? Нормально? А если я помогу? Ты против не будешь? Фало, фало, фало,
Фало, ты меня слышишь, Фало? Ладно, а то ты какой-то неразговорчивый, прям занятый чувак. Фало. 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 Я не хотел убить, ребята. Не обижай, я не хотел Фало убить. Фало. Что мы сейчас будем... Фало. Ладно, топаем дальше. Я не хотел его убивать, ребята, но пришлось. Пришлось. Он уже умирал. Он уже умирал, у него уже не было сил, ребята. Мне пришлось это сделать. Просто-напросто, если бы я это не сделал, он бы продолжал мучаться. Мне нужно было это сделать. Но, куда мне сейчас нужно идти? Вот что меня волнует в данный момент. Фало это круто, но... туда? Это паркур-карта нафиг? Или что это такое? Или это... Нет, паркур, паркур, пожалуйста, пожалуйста, не нужно паркура, ребята, кто смотрел мое последнее видео с паркуром, я там с ума сошел. В принципе, психика уже немного восстановилась, немного, совсем, но посмотрим, ребята, что будет дальше, будет ли еще какой-то паркур. Тут, в принципе, ничего нету, что на втором этаже у нас что, о, так. Так, я куда-то не туда забрался. О, еще один сундучок. 4 яблочка. 4 яблочка, это вообще шикарно нафиг. И тут еще один. Еще один железный меч, в принципе. Спасибо вам огромное, но он нам, если честно, вообще не пригодится. Вообще. Так, что у нас тут есть? Ребята, это остатки Фало, это снежки. Это Фало тут нагадило, мы сейчас за ним подметаем Фало. Нехороший ты, Фало, Фало. Ладно, ребята, сейчас мы... Тут есть вообще что-то за стеной? Вдруг там сундучина какой-то спрятанный? Не знаю, я туда даже забраться не могу. Ну ладно, ребята, переступаем к следующей комнате. Если честно, даже не помню, какая это уже комната по счету. Ух ты нафиг! Это у нас, походу, выбор, да? Это у нас выбор, ребята. В какую дверь мы пойдем или какой цвет мы выберем? Зеленый или розовый? Ну, какому цвету я больше так симпатизирую? Ребята, напишите прямо сейчас в комментарии, какой цвет вам больше всего нравится. Выбирайте. Или зеленый, или розовый. Я все-таки... Это темно-зеленый. Я больше люблю лаймовый. Темно-зеленый я не очень люблю, поэтому я все-таки выберу... А тут ничего нету. Почему тут такая дырище? Я выберу розовый. А что мне дало? Ни хрена мне не дало. Ладно. Ух ты ж нафиг. Топаем дальше. О, сейчас. Синий или фиолетовый? Ребята, также пишите в комментарии, какой цвет вы больше всего любите. Синий или фиолетовый? Вот вы выберите между этими двумя. Я выберу синий, потому что синий мне больше нравится. Значит, мне нужно было там немного стоять, потому что нам даются различные эффекты. А в первой вот этой комнате я пропустил. Так, лаймовый или оранжевый? Ребята, также пишите в комментарии, какой цвет вам больше нравится. Или лаймовый, или оранжевый. Я только что сказал то, что мне больше нравится лаймовый, чем темно-зеленый. Но больше всего мне также нравится оранжевый. Это один из моих любимых цветов. Поэтому все-таки, ребята, я выберу оранжевый. И да, нам дали Fire Resistance. Не знаю, нужно ли это или нет. Но мы приступаем к новой комнате. Тут-то... Воу, чудо-юдо, рыбакит нафиг вылез. Откуда ты вообще вылез? Откуда ты появился нафиг? Морское чудище нахрен. Guardian of the Deep. Так, что... Кто там нахрен дышит? Это кто? Мать его, ифриты. Ифриты, пожалуйста. А тут нету где-то каких-то сундучков спрятанных. Потому что у меня есть такое ощущение, то, что где-то даже что-то может быть. Или... Чутье меня подводит. Ребята, как вы думаете? Все-таки чутье меня немного подвело. Ифриты! Мать их, ифриты! Или это... О, сражение! О, эпическое нафиг! Эпическое сражение! Круто. Он меня с одного удара убил, да? Охренеть просто. Мне нужно дальше перепроходить. Идите вы в сраку. Темную долину. Я... Ладно. Ну что, паскудина, не ожидал? А я вернулся. Главное, чтобы ты меня опять с одного удара не убил. А то я с ума сойду.
Зараза, не ожидал, да? Не ожидал, а я все же вернулся только без хавчика. Я опять прошел этот данж, я вернулся, ребята. Что у нас будет в следующем данже? Ничего? А я зря вообще сюда спрыгнул, или все нормально? Опа-на! Опа! Еще раз, опа! Замечательно, какой-то ух ты ж, мать твою, ух ты, нихрен, вот, сейчас, иди сюда, не бей меня, точнее, нет, не иди сюда. Охренеть, он меня лупанул на пол жизни с одного удара, что у тебя нафиг за кирка на шарпнес 35? Так, да, я вижу сундучок, охренеть, Кирочка, я тоже такую хочу нафиг. Зачаренная хрень его знает на что, лупанула нас с одного удара на пол жизни. Это совпадение, то, что я только что сказал, то, что я тоже такую кирочку хочу. Ребят, это совпадение, как вы думаете? Не знаю, напишите в комментарии, потому что я не знаю, совпадение это или нет. Но все же, ни хрена себе, алмазная кирка, зачаренная на Sharpness 2, имеет больше урона... Как она вообще зачарена на Sharpness 2? Не представляю. Но все же, на 1,5 урона больше, чем... В железном мече. Железный меч, подвиньтесь. Сеньор, пожалуйста, подвиньтесь. Вы нам больше не нужны, потому что у нас есть нафиг алмазная кирка. Так. Здрасте. Как вы себя чувствуете, мистер зомби? Кто тут еще есть? Лапис лазурит у нас есть, ребята. Лапис лазурит у нас есть. Я не знаю, есть ли смысл его чарить вот сюда хотя бы что-то. Sharpness 1. Да пошло оно. Sharpness 1, 7.25, а тут 7.5. Ха-ха-ха. Эта алмазная кирка до сих пор имеет лучше урон, чем вот этот железный, мать его, меч. Ух ты ж, ни хрена себе. Я френдли. Я мирно подошел, хотел с тобой поздороваться. А ты жопа. О, ты ж не хаун. Вот, куда бы мне спрятаться? Охренеть, мать. Охренеть, что самое противное, у меня даже лука нету. Даркарчер, темный лучник, нафиг. Темный, какой-то темный. Ты... Белоснежный нафиг. Идите сюда. Кто на меня вообще рыпался? Кто тут на меня рыпался, а? Черные нахрен лучники. Не, ну в смысле, я не расист, но у них название такое. Черные лучники. Я не расист, ребята. Ух ты, вот сейчас кто-то по жопе-то получит. Хоть вот этот сет, в принципе, уже практически сломан, но это по жопе кто-то сейчас получит. Так, кто мне. Как мне вообще туда забраться? Да, вот так, но нужно немного... Вот. Ух ты же, это что такое? Так, уф. Ладно. Что это нафиг за комната? Вот сидит, try to see... Чего? Что сидит и думает, и пытается думать, когда другой курс открытый? Курс? Кого? Что сидит и пытается думать? Что сидит? Ни хрена нафиг не сидит. Кто сидит? В Майнкрафте сидеть даже нельзя. Разве что на лодке и на животных. И думает... Чего? Может подсказать? Что сидит нахрен? Ни хрена не сидит. Носатый, ты сидишь? Ах ты ж, ёшкина матрёшка, да ты издеваешься мне... Ах ты ж не... Я вернулся нафиг, я опять проходил этот данж. Мать твою, давайте я нажимаю, ребята, на подсказку. Я не представляю, что это такое. Охренеть просто. Знаете, что мне сейчас в чат написало? Это ловушка. То есть, можно сказать то, что тут написано, все кнопки тебя убьют. Но как я тогда смогу пройти через этот уровень? Охренеть. То есть я нажал на кнопочку с надеждой, то что я правильно ответил, а ты, зараза, хитрая жопенция, поставил тут такую ловушку, каждая кнопка меня просто-напросто будет убивать. Охренеть. Я проходил вот этот уровень заново, потому что ты, зараза, не мог... все, ладно, идите в жопу. Это что за алмазники нафиг? Как они... Кристалл
фанатик, то есть фанатик кристалла нафиг. Я не хочу еще раз уровень проходить. Я не хочу еще раз, не уровень даже. Я вообще не хочу даже дальше еще раз проходить. Охренеть, вы тут нафиг все одетые, приодетые, мать твою. Ох, сейчас вы меня все запинаете тут. Идите в жопу, пожалуйста. Идите в жопу, пожалуйста. Все, во, да, да, еще раз. Подойдите, подойдите, подойдите. Сколько вас тут? Ух ты ж, ни хрен. Зря я вышел, если честно. Зря я вышел. Ребята, угомонитесь. Ребята, вы же мои друзья. Фанатики кристалла, пожалуйста. Фанатики кристалла, это что такое? Это группа какая-то нафиг рок-н-ролльная? Или это... сейчас... нет, 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 не убивай меня. Я мирный, Фредли, Фредли, мать твою, Фредли. Сейчас, убил, эту заразу убил, заразенно. Дайте мне вообще алмазную вещичку. Дропните, пожалуйста. Нет, никто ничего не дропнул. Ну, хотя бы меня не убили, а то это бы жопа, если честно, была бы. Так, где-то тут сундучок есть какой-то спрятанный? Ну да, спрятанный. Вряд ли тут что-то можно спрятать в этой прозрачной комнате. Опа, нафиг! Охренеть! Охренеть! Эндермен, фулл алмазный сет. Алмазный меч, зачаренный, наверное, на шарпнес, хрен его знает сколько. Я вообще должен их убивать, или вы, может, напросто станете моими друзьями. Это что-то мне кажется, если я сюда зайду, то меня просто-напросто убьют с одного удара, и мне нужно этот данж будет опять проходить. Поэтому... Ух ты ж, ты напугал меня. Там еще есть кто-то. Их там двое. Ух ты ж, ни хрена себе, вас там много. Нифига себе, там Эндер Вариор, воин, воин Эндер мира. Так, одного убили, да, спасибо, ух, все, я назад уже не выйду. Не, я поздороваться хотел, зараза, ты на меня нападаешь, что ты за существо-то такое? Что ты за существо-то такое, Эндер Вариор, нафиг, алмазные ботиночки. Так, круто. Лучше мне вот это не трогать, потому что если я ударю вот этот эндер кристалл, то он просто-напросто взорвется и взорвет нахрен все тут вокруг. Я не хочу опять эту карту проходить. Здрасте, мистер Слайм. Я не хотел это ломать, простите. Так, тут есть сундучина. Сундучина, сундучина, но нам нужно туда как-то забраться. Наверное, не вот так. Но все же прыгнуть как-то нужно. Только как? Вот, наверное, вот так, да, ребята? Что? Кожаные ботиночки. На защиту от падения. Засуньте себе в глубокое местечко. Потому что оно мне не нужно. А тут есть еще какой-то сундучок? Нет, я, если честно, ничего не вижу, поэтому мы будем топать отсюда. Я не знаю, какая это вообще по счету комната, но мне кажется, то, что мы уже близко к... Ух ты ж, ни хрена себе. Ребята, угомонитесь. Ребята. Prison Guard, то есть это тюремный стражник, нафиг, мы что, в тюрьму попали? Мы что? Подойдите, подходите, дружище, подходи, по одному подходи, Вася, по одному. Вот, замечательно, разобрались со всеми. Я там еще кого-то слышу. Я там видел, кстати, рычаг, вот он. Кто у меня нафиг стреляет? О, сундучок, не заметился. Кто меня вообще стреляет, а? Призрак! Не знаю, если честно. Ну ладно. Опачки, попачки. Стрелы, да, уже у нас есть. Ну спасибо. Когда мы уже, в принципе, практически закончили проходить вот эту карту, вы нам лук дали. Зашибись просто. Так, что у нас тут такое? Кто вы такие нафиг? Что за сборище уродов? Я, если честно, не имею никакого желания туда заходить, потому что у меня есть такое ощущение, что если я туда зайду, то мне сразу жопенция будет. Да. Какие-то древние стражники, мать вашу. Древние стражники, вы какого перепугу тут забыли?
Ух ты же, ни хрена себе. Так, ты последний. Я боюсь нажимать вообще на какие кнопочки, потому что если эта хрень меня опять убьет, я не хочу проходить вот эту карту заново. Поэтому идите в жопу. Идите в жопу, я вообще на вас нажимать не буду. Вы противные. Вы противные нафиг. Только я хочу надеяться то, что... Да вашу нафиг. То, что я хочу надеяться то, что я смогу вообще туда допрыгнуть, потому что если нет, то мне нужно будет... А кстати... Кстати... О, запрятать хотели железный шлемчик. Не-не-не-не-не. Железный шлемчик... шлемчик нам нужен. Да, я все-таки смог туда забни. Хрена себе, это что такое? Это что такое? Не представляю, я курви слышу. Не знаю, что там такое. Я не знаю, что это вообще активировало. Допустим, что-то, да, здесь... Опа. Мистер Скелетончик, как вы поживаете? Сейчас мы вам жопенцию раздерем на мелкие костишки, потому что у тебя мяса-то даже нету. Опа! Мистер Скелетончик, как у вас дела? Опа, кто это? Ассистент, то есть ассистант нафиг лаборатории. Ух ты ж, ни хрена себе, лук на бесконечные стрелы. Да. Пригодится. И, в принципе, я больше тут ничего не вижу. Так, это что за тюрьма нафиг? Я, если честно, боюсь даже сюда заходить. Чикен. Ух ты ж, сколько вас тут нафиг. Лаб, ассистов. Да кто меня... Кто меня бьет? Я вообще... Что вы... Кто... Как вы меня вообще оттуда бьете? Куры нафиг. Куры. Так, тебя бы убить... Да кто меня... Как вы меня вообще бьете? Идите вы в жопу, а? А я даже сюда забраться не могу. Охренеть просто. А как вы вообще планируете, чтобы я туда забрался? Или через паркур опять, мать вашу? Ну, а вы прикиньте, если... Ух ты ж, я не хочу туда вниз падать. Ребята, если я туда вниз упаду, это будет жопа. Это будет жопа. Это просто жопа будет. Да дайте мне нафиг передохнуть хотя бы сек... Ох, вы жопочники на курах. Как бы мне вас убить, а? Да, через эту дыру хрен я что-то смогу тут сделать. Иди сюда. Идите вы в жопу, дайте я хотя бы отхилюсь, пожалуйста. Ну дайте мне пройти этот уровень, пожалуйста. О, зомби-кура. Я никак не смогу вылечиться от этих зомбарей. Я просто боюсь упасть сюда в яму. Если я туда упаду, то мне просто жопа будет. Эти зомби меня заклюют нафиг со своими курицами. Сейчас подождем тогда. На! Ух ты ж, ёшкин матрёшкин, дайте мне... Вот тут. Подойдите, гниды, подойдите. Опа-на! Не упаду. Опа-на! Опа! Пошли вы в жопу, сраку! А, в принципе, все. Ух, какие красивые звездочки. Голубенькие. Все! Ребята, мы прошли эту крутую карту. Это были первые 20 уровней... Да. Вы поняли, что я хотел сказать. Это, ребята, были первые 20 уровней, которые рандомно сгенерировались на этой карте. Если вы хотите еще 20 новых уровней, ребята, вы знаете, что делать. Каждый ваш лайк решает, когда выйдет новая серия. Если мы дружно соберемся, поставим каждый лайк. Новая серия может выйти через 2-3 часа, потому что за столько времени мы сможем набрать 2500 лайков, ребята. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее выйдет новая серия, не ленитесь. Также я приглашаю вас подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Я буду этому очень сильно рад. Я прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды. Одну, чтобы поставить лайк, одну, чтобы подписаться на канал, если, конечно, хотите посмотреть видео до конца. Кто это сделал, тот большущий молодец, потому что не каждый смотрит, многие перематывают, многие выключают. Кто досмотрел, тот прям нереальный красавец. Не то, что красавец, как я уже много раз говорил. Космический молодец, потому что это реально стоит уважения тем, кто досмотрел это видео до конца. Поэтому, ребята, я вам уже даю такую небольшую надежду. А что я имею в виду? Я сейчас поставлю чанки на 32 для того, чтобы ничего не лагало, и загенерирую новый данж. Сейчас он будет генерироваться.
И если вы, в принципе, хотите новую серию, то вы знаете то, что новый данж, новые 20 данжей нас уже ожидают. Поэтому, ребята, я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Приходите на мой канал, видео выходят каждый день. Поэтому, ребята, каждый день я вас жду на просмотре новых видео. Приходите, не стесняйтесь, я буду рад, если вы придете. Ребята, я вам еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Сейчас мы дождемся, когда вот эти 20 новых данжей все-таки загенерируются. Да, ребята, заходите в описании, качайте эту замечательную карту и сами ее проходите. Еще раз, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!